Всем привет, друзья! Сегодня у нас вкуснейшая запеканка из тыквы и творога. Это нежнейшее блюдо. Если вы его приготовите и сразу, немножко остудив, поставите на стол, он будет как нежный-нежный пудинг. Ну а если у вас что-либо останется, можно поставить в холодильник, а завтра это будет вкуснейшая запеканка. Сначала нам нужно запечь тыкву. Я обычно это делаю в духовке, поэтому тыкву режу на кусочки, присыпаю сахаром, наливаю буквально чуть-чуть водички, ставлю в духовку и запекаю при температуре 200 градусов до мягкости. Делаем творожный слой. Я взяла творог, он у меня был вот такой вот плотный, я его немножко размяла, добавила ванильный сахар, затем обычный сахар и 2 яйца. Муку мы сюда не добавляем, а кладем крахмал. Я взяла 2 ложки с горкой. В творожный слой нам нужно еще добавить молоко и хорошенько все это взбить миксером. Взбиваем мы все до однородной массы и смотрим, чтобы у нас получилась смесь вот такая вот жиденькая, как на блинное тесто. И хорошо растекалось. Это нам очень пригодится в дальнейшем. Отставляем в сторону, берем один апельсин и снимаем с него цедру. Затем кладем сюда тыкву без сока. Это чтобы нам сориентироваться потом, сколько нужно жидкости сюда положить. Положили тыкву. Я добавила 1 столовую ложку меда. Можно добавить вместо меда и сахар. Разницы здесь, в принципе, как таковой нет. Просто мед добавляет душистости. Кладем 2 яйца и 2 столовых ложки, опять же с горкой, крахмала. Крахмал у меня обыкновенный картофельный. И добавляем сок. И теперь опять же нужно все это хорошенько взбить миксером. Смотрите, какая у нас получилась масса. Жиденькая, как на блинчике. Ну, а теперь уже начинаем заниматься выкладыванием наших слоев в форму. Форму смазываем растительным маслом, чтобы хорошенько все растекалось. И выкладываем сначала творожную, наливаем четко в серединку, а потом тыквенную. И так повторяем все слои, пока у нас не заполнится форма. Я это делала в первый раз, поэтому, может быть, у меня немножко получилось кривовато. Но все это исправит наш рисунок. Палочку не очень сильно втыкайте в эту массу, чтобы не испортить слои, а так чуть-чуть сверху. Ну вот смотрите, какая получилась красота. Ставим в духовку на 190 градусов на 40 минут. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, будет много интересного. До новых встреч, пока-пока!